происходит, когда много очень не надо, если ребенок валяется, все валяется. До следующего брака я хочу показать, что здесь внутри. Посмотрите, какие старые стены, потолок. Вот здесь посмотрите, дымоход. Традиционно с правой стороны место для печи. Печь разобрали, но осталась огладная труба, которая проходит через все этажи, уже в виде трубы, выходит на крышу. Вы можете себе представить, что стояла печь, а над печью висели окорочка, которые коптились и выпускали соки, брызгая на эти стены. Так что эти стены впитали многовековой запах этой кухни. Как видела печь? Здесь сохранился люк, ведущий в подвал. Сегодня сотрудники тоже пользуются этим подвалом. Вот здесь подъем на второй этаж лестницы. Конечно, это было холодильник. Лед обрывали и холодильник. Вот тут, вот в подвал. Сейчас лестница ведет в офисы. А когда ты была на складе, видите небольшое предвидение, а самое теплое место дома на печке. И обратите внимание, какая большая входная дверь, как амбарная. Видимо, часть груза тащили сюда возили. У наших лежан когда-то были внутренние дворики. Мы будем во дворик трех братьев. Ой, душу, внутренние дворики. Входная дверь в дом. Сов мне не отчитывается. Мы идем во внутренний двор трех братьев. Видите, насколько они были богаты, они могли себе еще сделать и внутренний двор. Вот, 1741 год, 1727 год, вот у них. Для того времени, конечно, даже для нашего времени, это действительно богатые люди, которые могли в Старой Риге себе сделать такой дома и дворик. Вот идет торцовая стенка, то есть с лицевой стороны может показаться, что они довольно маленькие, но если смотреть именно с торца, то я могу сказать, но внутри это очень большие дома, и, видимо, в них много комнат. Всем спасибо. Какие во дворе интересные елки. Вот елочка, украшенная розочками. Живыми. Ой, и ложечками еще. Очень интересно придумано. А вот он украшен апельсинами, редиской, перцами. Как только не придумал. Салфеточками, баночками.
Вот такая веселенькая елочка. И елочка с сердечками. Всех с Новым годом!